Пообщаться со звездами спорта, взять уроки мастерства у профессиональных хоккеистов и просто окунуться в атмосферу Олимпийского Сочи. Такую возможность получили порядка 20 ребят из Нарьян-Мара. Сегодня юные игроки местного хоккейного клуба «Полярные волки» вернулись из образовательного центра «Сириус». В аэропорту школьников встречали как героев. «Полярные волки» вернулись из Сочи. За вас мы болеем, друзья, днем и ночью. Ура! На берегу Черного моря юноши провели почти месяц, причем абсолютно бесплатно. За это время успели завоевать различные награды. В частности, стали вторыми на Кубке «Сириуса». И вот что хоккеисты рассказали нашей съемочной группе о своей поездке в образовательный центр. Что увидели, что больше всего запомнилось? Больше всего запомнилось, что были такие тренировки с профессионалами. Ходили по морю, гуляли. Хотя тут холодно, а там вообще сказка была. Это веселые старты, первое место заняли. ГТО. ГТО, ну да. А это второе место, мы играли «Золотая шайба» «Сириус». Сколько было команд всего? 5. А как в целом прошел турнир? Второе место радуетесь или все-таки на первое хотели рассчитывать? На первое не рассчитывали, потому что там очень сильная команда была. Там было две команды с Московской области, одна команда с Уфы и Башкорстан. У тебя 3 медали. Почему 3? У ребят 2, у тебя 3. Одна за хоккей, одна за место в ГТО, а другая за командную игру. То есть, получается, по ГТО вы стали самыми лучшими? Да. Ожидали сами или нет? Да, ожидали. Несмотря на то, что в Сочи ребята находились 25 дней, о школе они не забывали. Учились прямо там, на месте. А оценки им ставили в электронные дневники. Когда они были на прошлой «Золотой шайбе», детям организовали туда экскурсию, им очень понравилось. И мы дальше поставили такую цель с администрацией. Попытаться туда попасть на хоккейную программу. Здесь огромную работу проявила Федерация хоккея Ненецкого автономного округа, Ледовый дворец «Труд», Департамент образования, администрация округа. И, в принципе, мы вовремя подали все заявки и нашу команду отобрали ребятишек для участия в этой программе. Что касается завоеванных медалей на Кубке «Сириуса», то тренер команды «Полярные волки» Эрнест Зюба выступлением своих подопечных остался доволен. Преподаватель говорит, выездные соревнования – это то, чего сейчас не хватает всем местным спортсменам. Не зря они работают, трудятся, 6 лет уже занимаются хоккеем. И конечный результат он приходит со временем. Ребята молодцы. Впереди золотая шайба. Они съездили в «Сириус». Кто занимает призовое место в «Золотой шайбе», тот туда обязательно возвращается. Я думаю, они полностью выложатся на «Золотой шайбе», чтобы на следующий год также принять участие в программе в центре «Сириус». Уже завтра ребята вновь выйдут на лед. Впереди подготовка к «Золотой шайбе». Напомню, если наши хоккеисты покажут на турнире хороший результат, то снова смогут отправиться в знаменитый центр «Сириус». Иван Никонов, Олег Атанзейский, Вадим Стасюк. Телеканал «Север».